Всем здравствуйте! Известный фигурист Роман Костомаров остается по-прежнему в реанимации клиники «Коммунарка». Сейчас спортсмена начали готовить к протезированию конечностей. Вот только у фигуриста сохраняется опасность возникновения тромбоза. Лучшие специалисты клиники пристально наблюдают за состоянием Романа Сергеевича. Сегодня врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин сообщил, что Роману Костомарову обязательно нужно заняться гимнастикой шеи. Это улучшит снабжение мозга кислородом и кровью. Стресс всегда будет вызывать напряжение в мышцах шеи. Если у человека шея пережата, то кровоток, питающий головной мозг, будет недостаточным, а это повлияет на все остальное восстановление организма, заявил врач. Шишонин также призвал Костомарова улучшать свою общую физическую форму, чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему в нормальном состоянии. Отметим, что реабилитолог спрогнозировал хорошие перспективы спортсмена. Шишонин уверен, что Костомаров найдет, как применить себя в новой для него ситуации. Напомним, что недавно ногу фигуриста подготовили к установке протеза. Однако для протезирования спортсмена есть одно серьезное препятствие, предупреждает доктор медицинских наук Андрей Шестаков. Конечно, все залечить так быстро просто невозможно. Может быть много осложнений, если не будет должного наблюдения, заявил специалист. По его мнению, при риске развития тромбоза переходить к установке протезов нельзя. Самое главное сейчас для лечащих Костомарова врачей не торопиться с дальнейшими действиями. Будем надеяться, что совсем скоро знаменитый фигурист справится со всеми препятствиями, уготовленными судьбой. Рома Борис. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!